Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы с вами находимся в ресторанчике «Винегрет». Меня зовут Вадим, и мы приготовим замечательный английский десерт – шоколадный фондан. Для него нам понадобится 5 яиц, 70 грамм сахара, 70 грамм муки, немного какао, 150 грамм масла, 75 грамм черного шоколада и молочного. И для декора – мороженое. Для начала мы взбиваем яйца с сахаром. Для этого смешиваем их в миксере. И взбиваем до тех пор, пока не растворится сахар. А теперь добавляем растопленное масло с шоколадом. И продолжаем перемешивать. А затем добавляем муку. И вот наше тесто с вами готово. Теперь возьмем форму для выпекания. Смажем ее немного маслом. Притрусим какао. Теперь наливаем в нашу форму тесто. И вот наш десерт уже готов, осталось его только отправить в духовку. Выпекать мы его будем при 250 градусах 7 минут. И вот мы уже запекли наш десерт. Особенность шоколадного фондана в том, что после запекания он должен остаться внутри сырым. Достаем наш десерт из формы. И переходим к украшению. Приятного аппетита!